Елене Дмитриевне Стасовой исполнилось 90 лет. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза сердечно поздравляет вас, старейшего члена Коммунистической партии Советского Союза, видного общественного и политического деятеля в день вашего 90-летия. Герой социалистического труда Елена Дмитриевна Стасова в день своего юбилея награждена орденом Ленина. Она горячо благодарила партию и советское правительство за высокую оценку ее многолетней партийной и общественной деятельности.